Я думаю, ты ко мне сегодня пришла не просто так. Ой, не просто так. Уже совсем скоро 14 февраля, а подарки мы запаковывать так и не научились. Нам для этого понадобится всего лишь картонная коробка от любого предмета, который у вас есть дома. То есть те коробочки, которые мы сохраняем. В данном случае мы будем упаковывать бумагой крафт. Наши заготовки уже с лентами и вот такие вот застежки, которые я позднее расскажу, как мы делали. Вот. И в самом конце я подготовила для тебя сюрприз. Так как подарочек мы будем прятать, тоже делать из него сюрприз, я тебе покажу и расскажу, как это делать. И ты сможешь сама поучаствовать. Я думаю, моему любимому понравится. Я хочу тебе сказать, вот, как правило, коробки у нас состоят из вот такой вот крышки и вот таких вот непонятных штучек. Ну, я думаю, таких стандартных коробочек очень много, да, у каждой девушки. Так вот, эти непонятные штучки мы просто-напросто заклеиваем, наносим на них немножко силикона. Угу. И вот так. Показываем такое волшебство. Мы берем нашу крафт-бумагу, нашу коробочку, как я уже сказала, оставляем открытую. Помочь? И вот таким образом, да, конечно, придерживаем, мы приблизительно размещаем ее. Определились с местом и наносим на обратную часть наш силикон. И прям вот так приклеиваем. Внутреннюю часть бумаги мы также срезаем. Практически под самый край. Ну что ж, мы подогнули уже наш край. Теперь нам осталось его только вот так ровненько здесь приклеить. Берем пистолет силиконовый, наносим силикон. И перекрываем тот самый краешек, за который ты переживал. Ну, пока мне все понятно. По кругу обклеить я смогу. Да. Теперь самое сложное. Донышко. Начинаем мы заворачивать вот этой передней части. Вот таким образом. После того, как у нас прижато, мы можем на вот эту часть немножечко нанести клея и приклеить. Ну что ж, а пока Инна занимается нашим волшебным наполнителем, я аккуратненько подклею все края, которые еще не приклеены в нашей коробочке. Наша коробочка практически полностью готова, и я хочу сказать, нам осталось прикрепить только две завязки к ней, а потом мы позже наполним ее твоим наполнителем. Давай, что делать с завязочкой? Я покажу сейчас нашим телезрителям о том, как мы их сделали. Смотри, мы взяли обычную бумагу, глянцевую, в данном случае серебристую, прикрепили обычным степлером к ней ленту, обернули несколько раз, и теперь такая застежечка послужит нам завязкой для нашей будущей коробки. Я заклеиваю стык лентой, которую мы обернули, и со вторым делаю то же самое. Для того, чтобы он получился вот такой же кучерявый, как у нас, нам нужно сделать вот так вот. Давай. Хорошенечко его так делай, чтобы каждая из макаронинок расправилась. Ой, с любовью делаю, с усердием. Как завязывать наш любимый бант? Вот. Ой, с бантиками тоже проблема. Смотри и запоминай. Здесь будет сделать очень просто, это так как у нас обе части крепятся. Наш сундучок готов. Ты смело сюда можешь прятать свой сюрприз, подарок. Спасибо тебе, Танюш. Я думаю, что мой любимый обязательно это оценит. И подарочек, который будет находиться здесь, принесет ему очень много приходов. Приходи еще. Спасибо.